Всем привет, ребят, с вами Стивен, и я продолжаю играть в игру Mortal Kombat Mobile, и сегодня у нас будет великолепный контент. Не знаю, честно говоря, вывезу я или нет, но я решил для вас записать такой довольно интересный видос, где я буду проходить 15 поединков бога Джонни Кейджем, Тремором и Скорпионом. Отличные персонажи, кстати, и я такую подборку сделал просто потому, что у меня вроде сасный Тремор, у меня вроде сасный Джонни Кейдж, и у меня вроде... более-менее прокачанный Скорпион. Я подумал, что вот именно такая тима, она точно затащит. Я поставил довольно топовую экипировку. Бруталку на Джонни Кейджа заюзали. Ну и молот гнева, естественно. Черный дракон Тремор у нас с маской элементали земли. Там прям будет сопротивление неимоверное. И плюс ослепление в начале боя за счет экипа из воин-фракций как раз таки. И ударные группы Скорпион с кровавой куклой Вуду. Там 10% урона плюс в войне фракции, плюс темная мантия имеется. В общем-то, персонаж тоже довольно топовый и будет, я уверен, всех разносить. Вообще, отряд шикарнейший. И мы прямо сейчас будем просто-напросто тупо тащить и нагибать. Да, кстати, стримов давно не было и всего такого, но... я сегодня голубей кормил, как раз таки в Телеграме выложил видосик, где я это делал, поэтому подписывайтесь на мою телегу, там происходит добро. Кормим голубей. Ладно, в общем, начинаем. Ребят, на сайте gamegold.ru появилась связь с консолью. Теперь всего лишь за 250 рублей вы сможете получить алмазного персонажа и 1200 душ. На протяжении 30 дней вам будет каждый день прилетать по 40 душ, когда вы заходите в игру. Все это очень просто. Переходите на сайт gamegold.ru и приобретайте данный набор. Плюс появился набор души пак 2022. Там всего лишь за 200 рублей вы сможете приобрести себе 2000 душ. И вообще неимоверное количество душ, сколько вам нужно, вы сможете купить без особых проблем. Просто переходите на этот набор, нажимаете души пак 2022 и можете даже 20 тысяч душ себе взять. Ссылочка на сайт будет в описании под этим роликом. Нормально, ребят, бруталку наношу, отлично, отлично. Я просто думал вам, знаете, не показывать эти поединки, но это вы должны увидеть. Кстати, да, я совсем забыл сообщить вам о том, что у меня есть еще карточки... с восстановлением персонажей, с заменой, которую я юзать не буду. И, конечно же, с восстановлением здоровья. Поэтому, если вдруг понадобится, я их тоже буду использовать. Так как, да, я сейчас на втором поединке, да, все мои персонажи целы. Но кто знает, что будет к 15-му поединку. Там может всякое происходить. Ребят, это первый призрак, который сработал. Блин, это первый вот, ребят, рил призрак, который серьезно сработал и... немножко даже мне помешал, но я не знаю, что сейчас делать. Наверное, я вот сделаю такую смену, потому что по-другому никак. И я сейчас нахожусь на 9-м поединке. Почему я начал это комментить? Потому что я без понятия, что будет дальше, когда срабатывают призраки. Это не очень хорошо. Тут надо блок ставить. Отлично, мы это сделали. Ну и теперь надо как-то взять и, естественно, добивать персонажей, потому что здесь опасная ситуация сейчас возникает, так как у меня еле-еле живой Джоник, у меня еле-еле живые все персонажи по факту, ну если так уж подходить к вопросу серьезненько немножко, вот так вот, и видите, снова призрак сработал, здесь просто-напросто отряд на призраки везет, ну мне здесь, конечно, накощенные щиты везет, да. Ох ты, блин, Но сейчас, конечно, замена будет, скорее всего. Да, потому что, чтобы у меня что-то сработало, я не знаю вообще, что должно произойти. Так, хорош. Мы здесь блок поставили и вроде как затащили. Да, я здесь победил, но здесь была прям опасная штука с... как раз таки костяными щитами с призраками. Прям это невозможно было, это прям нереально. Поэтому то, что я здесь затащил, это прям хороший успех такой. Успешек, да. Ладно, в бой, погнали дальше. Попробуем еще, 400 тысяч очков на кону стоит. Это только 10-й поединок. Поэтому если я его пройду, это будет прям великолепно. Это прям будет превосходно. Поэтому надеюсь, у нас... все получится, так как если не получится, то это будет печально. Хорош, разносим первого. Далее добиваем сразу же, оп-оп-оп. Разносим еще одного, вот так вот. И добиваем, хорош. Так, одного вынесли.
Далее, 157к. Вот здесь вот, кстати, можно рискнуть, но я что-то не хочу особо этого делать, поэтому, наверное, здесь просто попинаем Джейд. Да, это будет прям превосходно, когда мы просто берем и пинаем Джейд. Главное, чтобы она спецприем не накопила, либо мы X-Ray первые накопили. Если мы X-Ray накопим, то я его, конечно, заюзаю. Она, кстати, накопить успела все. Вот оно. Вот прям не самый лучший момент, который может происходить, когда тебе добивает персонажа. Ну, что поделать. Так, ладно, давайте сейчас не Джоника, наверное, я выберу. Я сейчас вот пару раз притяну ее и далее попробуем на спецприем второй выехать. Сразу же вот так вот вначале атаковать и иммунитет к страху. Нифига себе, вот это неожиданно была тема. Спецприем второй. Вот как она так смогла, конечно, как она так затащила. Давай, отлично. Давай, добивай ее. О, да, отличненько. Спецприем сразу же в начале. Хорош. Месси ее. Отлично. Победа с бруталкой прям. Нет, но этот, кстати, тоже серьезный поединок был. Я вот поэтому и хотел прождать именно вот до этого момента, когда уже вот такого вот рода персы пойдут, что победить практически нереально. И ты вот каждые очки, которые забираешь, ты прям их вот вытаскиваешь, вот ты прям тянешь из этой игры, и, возможно, даже если я и пройду 15 поединков, то это нечто нереальное будет, потому что вот у меня сейчас бой 11, еще, получается, мне нужно как-то пройти 15 поединков, если этот легкий поединок будет, то я даже вам его показывать не стану, ну, чтобы просто не тратить время, хотя посмотрим, может быть, и все покажу, а то я первые 10 штук просто взял и вырезал. Хотя здесь тоже Джейд, меня это не особо, конечно, прям радует, так как вот Джейд, когда появляется, это прям печально. Тут можно было бы смену противника заюзать, классно он отлетает. Вот мне нравится, кстати, как сделали анимацию на отлет у Шоукана, его сразу же как будто индивидуальным каким-то персонажем по отлету сделали. Индивидуальный персонаж по отлету, обращайтесь. Как придумать никнейм персу? Индивидуальный персонаж по отлету. Шоукан, индивидуальный персонаж по отлету. Так, давай. Индивидуально тоже сейчас отлетать будешь у меня, женщина. Хорош, 49 тысяч, нормально. Вот так вот еще раз. И давай последний разочек. Отлично, и тут мы смену делаем, потому что страшно, очень страшно за персонажей. Не хочу их терять, и поэтому будем сейчас копить X-Ray-шку. Я, кстати, здесь, скорее всего, ее не прокачал, поэтому X-Ray-шка нам не особо поможет. Но хотя бы посмотрим на X-Ray данного великолепного персонажа. Хотя, смотрите, эта женщина особо и не хочет как будто бы по нам атаковать. Она такая, ну я люлей получать буду, а атаковать не буду. X-Ray-шку свою копи и наноси ее по мне. Давайте так и сделаем. Хорош, сразу же выцепляем. Вот так вот наносим. У меня сразу же защитка от спецприема срабатывает. Нормально. Так, неожиданно даже немножко. Ох ты, и вот я получаю люлей. Хорошо, что по защите наносил урон. Наносила урон данная мадемуазель. Поэтому, в принципе, мне даже особо не страшно. Мы просто сейчас ее отпинаем обычными ударами без проводочек. Отлично, победа. Идеально просто затащили. Прям, ну, я не знаю, наверное, тащерство номер один. Вот прям лютое тащерство. Джоник здесь, конечно, красавчик, здоровье, конечно, не особо накопил, но что поделать. До 12-го поединка доходим, блин. Ну, дальше хуже, вы посмотрите, 47 тысяч плюс бонус, 427 тысяч плюс бонус будет идти. Не, ну нормальный такой бонус, мне нравится. Но такого вот рода бонусы я всегда поглощаю с удовольствием. Еще бы у меня молот гнева был, хрена себе. Вот тут вот я, конечно, не поглощаю вообще ничего с удовольствием, потому что, когда я вижу... А, блин, я думал, он закосячит. Хрена себе, мужик, конечно. Ну, тут ничего не сказать. Блин, ну, когда в начале X-Ray у персонажа, это страшно. Плюс меня истощили еще. Да. Не знаю, что сейчас делать даже. Придется, наверное, вызывать вот этого вот перса. Посмотрим. Блин, если этот поединок последним будет, это прям печалька будет. Так как, ну, X-Ray в начале боя, это слишком дико. Для любого персонажа. Хорошно. Блин, почему он так мало урона наносит? Тремор, какой ты слабенький у меня. Что если я вроде должен тащить, а на деле как-то, ну, не особо в нем потенциала я вижу хоть какой-нибудь.
Давай, вот так вот, давай, ну попади хоть раз ты по нему, блин. Я, конечно, сдалека наносить урон начал, ну хоть сдалека, но главное то, что он был. Ладно, я здесь в блоке постою, а, да, он сейчас меня споймает, в каком блоке. Тут не до блоков далеко дела, ладно, давайте попробуем сейчас спецприемы юзать. Спецприем первый есть один, хорош, молодец, молодец, отлично. Так, ну здесь, конечно, главное правильно отыграть Джонни Кейджем. Если мы правильно им отыграем, то все будет замечательно. Смотрите, мы им отыграли правильно достаточно. Бамс выжил. Хрена себе, молодец, молодец, молодец. Прям классный персонаж. Вот добивание единственное его не нравится, потому что из-за вот этих вот конченных добиваний он не дает просто нанести спецприем. Придется в блок бить. Ну, вот не нравится мне Тремор, ребят, серьезно. Хороший персонаж, но чем-то он мне не нравится. Вот что-то мне в нем не нравится. Ну, у меня и так тут защита как бы была не проблема. Вытягиваем, вытягиваем. Ну, пока смотрите, кое-как держимся, но это довольно сложный поединок на самом-то деле. Да, спасибо огромнейшее костяному щиту за то, что он сработать решил. Индивидуальный костяной щит просто-напросто. Молодец, вот костяной щит всегда любил. Вот именно из-за того, что он срабатывает в самый момент, вот в нужный момент времени. В самый нужный момент времени. Вы посмотрите, как он... классно сработал тогда, когда я выбрал того персонажа, которого лучше не выбирать, у которого меньше всего здоровья. Он как будто предчувствовал то, что нужно в этот момент действовать. Нужно в этот момент действовать. Я не знаю, ребят, я, мне кажется, одним только лишь скорпом не затащу. У меня даже не сработало ни разу. О, да. О, да, победа. Хотел я сказать, но нет. Ну, блин, знаете ли, таким отрядом это нормально, мне кажется, затащить. Опять же, найдутся такие киберспортсмены, которые напишут, типа, ха, лох, я бы лучше сыграл. А, вот, но я думаю, что и так нормально. Главное то, что да, тут ошибка была, естественно, сделана прям... дичайшая. Но я прям этим отрядом старался затащить. Единственное, что мне прям очень сильно Тремор не понравился. У него все прокачки, спецприемы все имеются, но по какой-то причине он, ну, такой какой-то не очень живой, как мне показалось. Давайте по снаряге прокачаем хотя бы кровавую броню Шакана. Я ее как раз таки сейчас качаю, поэтому самое оно будет. Первое слияние приобретается. Я тут потихоньку, скажем так, пытаюсь научиться наконец-таки прокачивать правильно свою экипу. И вот, как вы видите, более-менее у меня это выходит. Великий мастер, на 20-м месте сейчас нахожусь. Вот кто бы говорил, почти легенда. Совсем немного не хватает. Вот лучше бы отыграл, легендой бы был бы. Почти легенда, по факту. Так, и давайте на почту зайдем сейчас, заберем награду сезона воин фракции. У нас тут великолепная награда, перейти к набору сразу же. Давайте посмотрим, что мне выпадет. Не думаю, что алмазка, да, Джеки Брикс выпадает, но при этом хотя бы я зарабатываю себе 100 душ. 100 душ я зарабатываю, идеально, просто идеально. Того 1724 души, я прям... преисполнился немного. Ну и, конечно же, отряд, каким я отрядом вообще, в принципе, сейчас играю в данных боях. Я прям преисполнился одним отрядиком великолепным, который с каждым разом прям все круче и круче становится. Вот этот вот отряд. И все за счет экипировки, которая стоит у меня сейчас. Это змеиная кожа. Она у меня прокачалась аж до 7-го слияния. Вы прям сейчас кайфанете. Возможно, возможно нет, не знаю. Ну посмотрите просто-напросто. 42 секунды. Ну извини, я не могу сейчас выбрать Кэсси. У нее спецприем не накоплен. Она еле живая. Ну факт, она мертвая даже. Ну, как и вот данный персонаж. Ну, спасибо огромное. Призрак, пожалуйста. Ну, вот конченый призрак на самом деле. Ну, хоть бы раз сработал. Я понимаю, там процентные ставки сейчас у призрака упали прям до небес. Там, ну, все отстойно, как мне пишут. Но, блин, ну, хоть бы немного сработал призрак. Ну, хоть бы один конченый призрак, ну, этот, ну, сработал бы. Ну, вы сами понимаете, типа... Я не понимаю разрабов. Разрабы... собака Уны. Ну, вы поняли, короче, да? Просто-напросто из-за того, что они не могут нормально даже сделать вот что-то, вот, чтобы нормально работало. Ну, типа, блять, в чем проблема? Просто сделать все, ну, без криворукости. Чтобы все нормально работало, как раньше. Ну, типа, вот я привык
к тому, что трава зеленая. Я не хочу, чтобы она красной становилась. Я хочу, чтобы она до сих пор была зеленой. И вот поэтому, честно, я не понимаю разрабов. Они криворукие какие-то. Они вообще ничего не исправляют. У меня на айфоне игра уже какой-то второй год лагает. При этом, ну, айфон за, сколько, за $1500, по-моему, даже не помню, за сколько его покупал. Короче, ну, кусок говна получается, телефон, да, раз единственная игра на нем не работает нормально, потому что все остальные я юзал, они работают идеально. Да, спасибо, спасибо большое, разрабы. Две попытки почти что пришлось потратить, почти что две попытки, и на самом-то деле далеко не две попытки. Далеко не две попытки. Вот, как-то так. Спасибо огромное. Спасибо огромное, игра, за Триборга. Я так счастлив, я так преисполнился этим Триборгом. Игра, наверное, не представляет, насколько это великолепно было. Короче, ребят, записал для вас немножко бомбящий ролик. Не то, чтобы я сейчас, скажем так, настолько сильно злюсь на игру. На самом деле, вообще похуй, что происходит. Как бы... Я играю, мне нормально. Вон я в Injustice параллельно играю. Там тоже все шедеврально классно. Поэтому я, скажем так, в своем видении преисполнился в этой игре. И поэтому по факту мне все нравится. Единственное, что вот эти вот иной раз ошибки, которые возникают, они ну так заеб... Ну вы поняли, да? Ну я думаю, вы меня понимаете очень так довольно-таки серьезно. Поэтому нормально все. Вот, поэтому подписывайтесь на мой канал, если вам понравился ролик, ставьте лайки. Всем пока и до новых встреч.